Всем привет! Сегодня мое видео посвящено материалам, а именно материалы для написания картин маслом новичками. Все мы знаем, что если мы не ходим в школу для рисования или в училище куда-то, в кружки, то нам сложно понять, что же приобрести, чтобы нарисовать картину. Сейчас очень стало популярно заниматься творчеством именно дома. Это экономия времени, да и интернет нам позволяет находить информацию, и мы можем спокойно изучить то, что нам нравится, попробовать это и понять, стоит ли продолжать или нет. Так вот, отсюда и вопрос, что делать мне, новичку, который хочет нарисовать картину маслом впервые, куда бежать, что покупать и как сделать так, чтобы это не было жутко дорого, чтобы желание рисовать не отбилось и так далее. Итак, я была тоже новичком в этом деле, и мне приходилось искать информацию в интернете, разные источники писали очень разные вещи, и даже придя в художественный магазин, я поняла, что некоторые фразы лучше не говорить, например, не заходить в магазин и не говорить: «Ой, я новичок, я не знаю, с чего начать, подскажите мне». Все, вы попали, потому что сразу же вам все самое лучшее, самое нужное предложат. И в итоге вы выйдете с пакетом очень дорогим, потому что творчество – это достаточно дорогое удовольствие, при этом половина ненужных вещей. Итак, начнем с того, что если вы хотите нарисовать картину, у вас есть в голове образ этой картины, что вы хотите нарисовать, формат этой картины, вы напишите на листике, когда соберетесь в магазин, по пунктам, что вам надо. Например, вы определили, что вам надо нарисовать картину, пейзаж, любую, но вы просто хотите нарисовать картину маслом. Поэтому оптимальный формат для картины это будет либо 30 на 40, либо 20 на 35, как у меня. Они есть двух видов. Есть лен, а есть хлопок. Вернее, три вида. А есть еще лен перемешку с хлопком. Вам надо приобрести будет какой-нибудь из этих форматов, 30 на 40, он обязательно должен быть на подрамнике и с такими распорочками, чтобы можно было его потом натянуть, когда вы нарисуете картину. А также он должен быть прогрунтован весь, да? И что касается материала, то вы можете спокойно использовать хлопок, ну, чтобы он был прогрунтован. Либо, если вы уж прям хотите лен, то приобретите лен. Для новичков особой разницы вы не заметите. Итак, мы выбрали холст. Если же вы даже не знаете, что можно там на каких разных холстах рисовать, просто хотите попробовать масло, вы можете приобрести вот такой холст на картоне. Он достаточно удобный, размеры у них разные, у меня просто вот размер 15 на 15, но я рисовала до этого картины бабочек вот таких вот на картоне 20 на 20, они есть разные, также и 30 на 40, достаточно удобно, масло ложится прекрасно, быстро сохнет, вы можете посмотреть результат уже там через 20 минут, как покрасить, она уже подсохнет. Картон удобен, вы можете эту картину вставить в рамочку под стекло, как фотографию вставляете, и будете любоваться картиной. Вот. Это очень дешево, кстати. Для того, чтобы попробовать первый раз нарисовать, можно использовать картон.
Но картон грунтовой, такой же холст на картоне он называется. Итак, с холстами мы определились. Переходим к краскам. Очень много предлагают сразу приобрести набор. Я считаю, это не нужно делать, потому что сразу вы не выберете какую-нибудь картину, в которой 50 оттенков серого и так далее. Скорее всего, картина будет иметь 3-4 цвета основных. Причем эти цвета использоваться будут и в написании других картин. Соответственно, я предлагаю вам именно взять нужные краски, которые вы потом используете. Но если вы не захотите рисовать, просто не жалко будет их подарить и так далее. Итак, вам обязательно понадобятся белила титановые. Возьмите маленькую упаковку. 30 мл вполне будет достаточно. Сажа газовая. Черный он нужен, потому что из черного получается серый цвет, темный, светлый. И черный вообще как основной обводка, как белый, он очень нужен. Ультрамарин. Люблю этот цвет. Я считаю, что лучше взять ультрамарин, чем вы возьмете голубой, потому что из ультрамарина вы получите голубой, а вот из голубого синий, к сожалению, нет. Возьмите кадмий желтый. Он вам понадобится как самостоятельный цвет, так и для того, чтобы смешать синий с желтым и получить зеленый цвет. И обязательно возьмите, вот у меня нет этой фирмы, просто для цвета показать, темно-красный, его еще называют краплак. То есть красный у вас должен быть, ну такой ближе к бордовому, что ли. Красный нам нужен для того, чтобы создать оранжевый цвет, розовый цвет и даже коричневый. Вот основные 5 цветов. Приберите все одной фирмы изначально. Какой фирмы вы сами выберете. Но и вот мой совет, возьмите Ладогу. Она недорогая, но она считается профессиональной, полупрофессиональной, но она приближена к краскам мастер-класс. Даже я не увидела особой разницы. Мастер-класс может поплотнее немножко, но тем не менее Ладога меня устроила. Все картины, нарисованные Ладогой, не потускнели, не осыпались, не потрескались. Ладога меня очень устроила. Что касается не брать разные краски, дело в том, что если вы будете писать картину, но в картине будет присутствовать несколько фирм, то вы можете наткнуться на то, что ваша картина может потрескаться. Или один цвет выгорит, другой останется сочным. Все дело в том, что разные производители мешают разные пигменты, и тем самым плотность краски, химический состав отличается друг от друга. Что-то может не совпадать, и картина может быть использованной. Поэтому берите сейчас на данный момент недорогие краски, но одной фирмы. Это мой вам совет. Переходим плавно к кисточкам. Здесь тоже все очень просто, дешево и сердито, как говорится. Чтобы наносить фон на холст, вам понадобится щетина. Приобретайте щетины в строительных магазинах. Вот формат, если вот у вас 30x40, подойдет такой формат щетины. В строительных магазинах, потому что там это дешево. И для того, чтобы наносить фон на холст, очень даже подходит. Дальше вам понадобится вот такая тоненькая кисточка. Мне кажется, она обязательна, потому что когда мы рисуем небольшие форматы картин, у нас очень много маленьких деталей. Ну, обвести там дом, нарисовать цветочки,
деревца, веточки, сделать контур. Тоненькая кисточка необходима. Она удобная и она вам понадобится. И переходим к синтетике. Для маленьких картин можно использовать вот такие два вида синтетики. Номера вам не скажу. Ну, здесь 8, а здесь не могу сказать, уже стерлась. 14. Вот она немножко скошенная. По отдельности можно их приобрести, но я вам могу посоветовать такую одну штуку, которую я сама пользуюсь. Если я решила нарисовать картину для пробы, просто для демонстрации, для мастер-класса, я иду в магазин обычный, там, супермаркет, где есть отдел констоваров, только большой отдел. И там спокойно нахожу наборы синтетических кисточек для творчества, они так называются прям. Цена у них копеечная, то есть вы за 150 рублей можете купить 5-6 кисточек вот таких вот, разных, причем от маленькой до большой. И используя для рисования одной картины, вам хватит, и вы в дальнейшем поймете, какой вам кисточкой удобнее рисовать, такую пойдете себе и приобретете. Дело в том, что кисточки — это такой расходный материал, который используется, если вы много рисуете. Даже если вы первый раз нарисовали, вам придется ее отмывать. Она, естественно, уже не будет такой, как в первый раз. Соответственно, чтобы не покупать дорогие кисточки, вы можете пользоваться вот таким способом, покупать в супермаркетах наборы для творчества и рисовать этими кисточками. Картина от этого хуже не станет. Некоторые художники вообще пальцем рисуют. Ничего, картины получаются прекрасными, и их продают, люди их покупают, и висят они в галереях и так далее. Еще хочу рассказать об одном инструменте, который, мне кажется, даже если вы новичок, он вам понадобится. Это мастихин. Дело в том, что мастихин сейчас очень распространенный материал для написания картин, как маслом, так и акрилом. Это палочка, лопаточка. Ей можно создать любую картину, все что угодно, просто надо уметь, да, ей пользоваться. Но для того, чтобы нанести что-то мастихином, не обязательно обладать там виртуальными способностями. Мастихин вам нужен для того, что зачастую мастер-классы, которые сейчас есть, видео, художники показывают, как они рисуют не только кисточкой, но и мастихином. Если у вас этого инструмента нету, вы будете немножко озадачены, думать, как же мне это нарисовать не мастихином, а кисточкой. Ну и такой инструмент, который, если вы сможете им работать, вы поймете, что он прекрасен в написании картин маслом, он нужный, он необходимый. И стоит он, кстати, недорого, 60 рублей, а удовольствие получите огромное. Обязательно приобретите себе мастихин. Вот у меня вот такой мастихин, я считаю его универсальным. Это рыбка. Я его еще называю лепесток хризантемы, потому что у него такой вид. Он действительно очень необходим. Что касается палитры, ее я не использую никогда. Я беру обычный лист бумаги А4. Плотный, не очень плотный. Ну, какой есть. Наношу туда краски. Выдавливаю все, какие мне нужны для картины. Мешаю. И когда закончу рисовать, я просто сминаю этот листик и выкидываю. Протираю я кисточки влажными салфетками. Всегда их использую, не использую тряпочки.
потому что мне удобно. Я влажными салфетками и руки протираю в процессе работы, и кисточки, они чистые, можно продолжать рисовать. Я не использую масло покупное, ну, которое предлагают в художественных магазинах. Советую вам тоже не бежать и не покупать масло. Если у вас дома есть любое нерафинированное масло, используйте его. Картина от этого хуже не станет. Тем более вы рисуете масляными красками, соответственно, много масла там не надо. Что касается тройников, я их вообще не использую, так как рисую дома. Они очень токсичные, они воняют. Долго потом выветривается квартира. И я никуда не спешу. Мне не надо, чтобы моя картина моментально высыхала. Поэтому я не использую. Вам тоже не советую. Если вы даже на природе рисуете, используйте, но я так и не поняла особой надобности в тройнике. Вот. В общем, это были мои наблюдения, это был мой личный опыт, потому что я сама начинала рисовать дома, не в художественной школе, и мне негде было узнать, что лучше покупать, где это брать. Поэтому быстро пробегусь еще и уже подытожу, что я сказала. Итак, когда вы идете покупать материалы для написания картины маслом впервые, напишите на листике, что вам надо купить. Это холст, лен, хлопок, лен или вместе с хлопком, формат 30x40, 20x35, либо холст на картоне. Формат выбираете, какой вам нравится. Краски 5 цветов, 30 мл вполне достаточно. Это белый, сажа газовая, ультрамарин светлый, кадмий желтый светлый и темно-красный. Ализарин называется, ну или караплак. Кисточки 3-4 штуки. Можно приобрести набор синтетики и отдельно щетину. Мастихи. Влажные салфетки, самые простые, какие вы найдете, без разницы. Ну и, пожалуй, вдохновение, все, что вам нужно для творчества. Приходя в художественный магазин, делайте вид, что вы профессионалы, что вы рисуете, что вы знаете, как рисовать. И знаете, что вам надо покупать. Тогда вы уйдете довольными, счастливыми, придете домой и нарисуете прекрасную картину. И не будете жалеть, что вы потратили там 5-7 тысяч на приобретение ненужных материалов. И не разочаруетесь после того, как у вас не получится нарисовать, и вы вообще решите не заниматься живописью. Поэтому делайте все в удовольствие. И прекрасных вам картин, ярких, красивых и сочных. Всем пока!